сегодня мы проводим уже в 7-й раз наш Кубок связи по интеллектуальным играм. Очень рад видеть вас всех здоровыми, счастливыми, улыбающимися. Желаю вам отличной, успешной игры. Ни пуха, ни пера. Друзья, не бойтесь говорить то, что вы придумали. Борис, спасибо. И вопрос первый. Его сын Франсишку унаследовал звание адмирала Индийского океана. Раз. Пример обладателю лучшей бороды. Время вышло. И, внимание, правильный ответ. С точки зрения новорожденного, начало родов действительно может быть похоже на подводные землетрясения. Назовите Икса и Альфу. Как пригласили Бориса Сергеевича, так и сыграли.